следующая станция, на этом пятачке это сборка и разбор фахана. Стрельба, метание гранаты, полоса препятствий – все это ждет самарских школьников на Зорнице. Торжественное открытие и первая игра пройдут в загородном парке 11 июня. Где будут располагаться спортплощадки и какие препятствия предстоит преодолеть ребятам, на выездном совещании обсудили представители общественных организаций и городской администрации. Судьями в этих соревнованиях будут выступать наши друзья, товарищи, коллеги, которые возглавляют и работают в рамках различных военно-патриотических объединений. Это, конечно, десантники, и морские пехотинцы, люди, которые о военной службе и о преданности Родине знают не понаслышке. В прошлом году в летней Зорнице приняли участие около 30 тысяч школьников, в зимней – 50 тысяч. В этом году, считают организаторы, участников станет еще больше. Появятся и новые площадки. Это будет этап, который связан с плащ-палатками. То есть дети будут пробовать учиться одевать на себя армейские плащ-палатки. В Зорнице примут участие школьники, отдыхающие в дневных летних лагерях. Только в первую июньскую смену в Самаре будут работать около 700 таких лагерей. Организаторы соревнований говорят, главная цель – патриотическое воспитание школьников. Алина Чемерев, Станислав Левин, События.